Чемпионат России только начинается. В какой форме ты подошла к этому турниру? С моим тренером Алексеем Юрьевичем мы проделали очень большую работу, готовились к этому чемпионату и надеемся, что выступление будет хорошим. Вот. То есть, я так понимаю, ты очень амбициозно себя оцениваешь. Сегодня мы сможем увидеть тебя на пьедестале. Ну, надеюсь, конечно, что так. Но раз я смогла на кубке, значит, и здесь могу. Поэтому подготовка была не только физическая или тактическая, но по большей части у меня моральная. Потому что после двухлетних не очень хороших выступлений было очень тяжело вернуться, перебороть свой страх. И сегодня хочу сделать все по максимуму. Раз уж мы заговорили о кубке, вспомни те соревнования, каково тебе было, соперники твои? Ну, у меня были достаточно сильные соперники. За 16 у меня была Вика Ковалева, которая также сегодня присутствует. Потом за 4 у меня была Яна Игорян, которая вообще состоит в первой сборной команде России. Поэтому это достаточно тяжелые соперники. И то, что я смогла с ними так хорошо отфехтовать, это уже очень большой плюс. Вот, поэтому, а сейчас нету главных соперников, Сони Великой, Яны Игорян, поэтому, естественно, турнир сложный, конечно, но вот главных нету соперников. А в каком составе ваша сборная приехала на этот турнир, и ваша сборная команда Санкт-Петербурга, и как получится завтра выступить, сможем ли пройти как можно выше? Ну, мы приехали в команде точно только за золотом. У нас, я считаю, что самая сильная команда, потому что приехала Аня Башта, которая сейчас на юниорах, была первая в команде на мире. Потом у нас Катя Диченко приехала, тоже также входящая в первую сборную России. Ну, конечно же, я и Динга Акбарова, которая тоже четырехкратная чемпионка мира по взрослым. Поэтому у нас самая сильная команда. Только золото. И что ты планируешь делать по окончанию сезона, чтобы попасть все-таки в первый состав сборной? Ну, к сожалению, в этом году уже в первую сборную я не попаду. Уже там все решено. Вот. Так что на самом деле будет очень тяжелая подготовка летом, потому что в сентябре уже начинается новый сезон. И так как это будет после Олимпиады, уже неизвестно, кто останется, кто уйдет, кто будет тренерами у нас. И, естественно, хочется намного лучше провести будущий сезон, чем этот. Поэтому подготовка будет серьезная. Спасибо большое, удачи тебе, ждем на пьедестале.